Когда ребенок идет в школу, вопрос об устройстве рабочего места возникает одним из первых. Если вы не собираетесь обновлять мебель слишком часто, выбирайте парту-трансформер. Столешница такой парты регулируется. Функция регулировки позволит не менять парту до старших классов, а значит, сэкономит семейный бюджет. На особом счету сегодня так называемые растущие стол и стул. Вот как выглядит экономичный вариант. Эта парта двойная. Одна поверхность у нее прямая, вторая регулируется под ребенка. Парта растущая, так же, как и стул. Вместе с ребенком, как он развивается, растет, вы уже регулируете под ребенка высоту парты и высоту сидения и глубину сидения на стульчике. Минус такой парты в том, что она не комплектуется дополнительными тумбами. Придется докупать модули на стену или под столешницу. Угол парты регулируется не во всех моделях. Чтобы установить нужный наклон, необходимо открутить и закрутить пару винтиков. Есть и более усовершенствованные модели. Есть также модели, которые можно комплектовать индивидуально. Начиная от минимальной парты, как вы видите, отдельно к парте приобретается, если вам нужно, держатель для учебника, силиконовая накладка, чтобы, во-первых, тетрадь не скользила, во-вторых, можно очень удобно то же самое расписание держать под ней. Есть держатели для ручек, карандашей, кисточек. По габаритам они могут быть побольше, поменьше. Все это можно выбирать еще и по расцветке. Наклон столешницы регулируется. Особенно это важно для младших школьников, поскольку расстояние от глаз до стола у детей меньше, чем у взрослых. Правильный наклон составляет от 15 до 30 градусов. Помните, комфортное положение тела за столом способствует повышению работоспособности, улучшению кровообращения, снижению нагрузки на глаза и опорно-двигательный аппарат. При обустройстве рабочего места для школьника можно пойти и простым путем. Купить письменный стол и к нему подобрать удобный стул или кресло. Выбирая стул, обращайте внимание на его технические характеристики и цвет. Не стоит заменять стул школьный обычным офисным стулом. Неправильно выбранный стул может развить у ребенка сколиоз. Стул для первоклассника должен поддерживать спину ребенка, доходя до середины его лопаток. Специалисты рекомендуют покупать стул без подлокотников, поскольку их использование расслабляет мышцы спины, что также может привести к искривлению позвоночника.